Всем привет, друзья мои. Если вы пользуетесь кулером и редко его моете, давайте я покажу вам, что с ним может произойти. Этот вот кулер, уже видно грязь, да? И вот посмотрите, вот эту вот крышку я снял, вот она сама вся грязная, как снутри, вот. Смотрите, вот это вся грязь. А люди ставили и пили. Так и вот здесь вот. А никто не заботится о том, чтобы посмотреть, какая там ситуация с грязью. Бутыли ставят, вода туда набирается, и люди все это пьют. Так что рекомендую вам, ребята, чистить кулеры периодически.